Всем привет, это рыбалка с Пашком. И сегодня мы приехали порыбачить на Москва-реку на фидер. И сегодня в нашей рыбалке нам поможет беспроводной холод Dipper Sonar Pro Plus. Сегодня покидаем здесь его на акватории, посмотрим, какой рельеф, глубина, бровки какие-нибудь поищем. Ну, в общем, будем искать сегодня перспективную точку для сегодняшней нашей рыбалки. Очень удобная вещица, можно применять ее на любой акватории. Просто привязываем мы к удочке, устанавливаем связь с телефоном, забрасываем, и он нам сразу начинает передавать, какая глубина в точке, какие-то аномалии, бровки, коряшки, водоросли на дне, наличие рыбы, если она есть, также он сигнализирует об этом, на какой глубине рыба стоит, температуру воды передает, если это кому-то интересно и важно. Вот. И сегодня здесь его покидаем, очень интересно посмотреть. Я знаю, что здесь, в принципе, не глубоко, но сегодня мы посмотрим это при помощи эхолота Dipper. Начнем. Так, связь мы установили. Осталось только забросить воду и посмотреть, что он нам покажет. Тут на Москва-реке присутствует течение, поэтому мы просто будем сплавлять его по течению и смотреть за показаниями эхолота. Итак, в данной вот точке глубина 3,2 метра. Итак, точку мы нашу проплыли, теперь сделаем второй заброс и уже будем подматывать к берегу. Итак, 3,7 метра эхолот показывает. Делаем подмотку к берегу. Так, вот она пошла бровочка, подъем на 2,7. Мы нашли интересную точку эхолотом Dipper. Это бровка с глубиной 3,7, подъем на 2,7, то есть с разницей в 1 метр. На этой бровке заклипсовались, и сейчас приступим к кормежке. Будем кормить точку и ждать хорошую крупную рыбу. Итак, мы прикормили точку, и уже начались поклевки первые. Одну плотвичку поймали. Потом белоглазочку одну поймали. И уже по поклевке на каждом забросе у нас происходит. Я даже сейчас не буду выключать камеру, чтобы вы увидели. Вот с двух камер снимаю, сейчас поклевка будет. Сейчас увидите. Еще вот эту включу. Ждем. Вот уже подергунчики.
А может быть, будет и закон подлости. Когда все включено, то поклевку мы не увидим. Вот. Не знаю, успел ли или нет, но кажется, что не успел. Да. Не успел я засечь, так что второй дубль. Это я на пару шалаю. Сейчас попробую ради интереса мотыля насадить. Посмотрим у нас, какая будет реакция на мотыля. Погода шик. Штиль. Просто красота. Одно удовольствие рыбачить. Такую погоду. Итак, второй дубль. О, поклевка уже была. Ну, вот это вот я такие называю поклевки по дергунчиками. Один раз дернет и все. О, теперь засеклась вроде. Так, небольшая белоглазка. Ну вот, как вы видели, поклевка себя долго ждать не заставила. У меня поводок 0,16, поэтому
такую рыбу можно принимать без подсадчика. В руку, как говорится. Вот. Белоглазка. Вот небольшая белоглазочка. Видимо, все-таки наша бровка оказалась успешным выбором точки ловли. Рыбка на ней стоит, встала рыбка. Осталось только дождаться какого-нибудь бонуса. Давно я здесь не рыбачил. Много изменилось. Но одно радует, что мусора нету. Видимо, все-таки культура наших рыбаков немного выросла. Перестали мусорить там, где рыбу ловят. Не может не радовать. Итак, мы уже поймали плотву, белоглазку, и вот она, белоглазочка, можно сказать, самая крупная из того, что мы поймали сегодня. Так что тенденция идет на прибыль. Вот она, прибавка к весу. Очень удобная заметка вам на будущее, ну, мало ли кто. Если вот крутой берег, очень удобно второе ведро с собой взять, наполнить водой и мыть в нем руки, чтобы постоянно не спускаться к воде. Потому что от рыбы, как правило, очень много слизи, которая остается на руках и очень потом мешает ловле.
Вот первый подлещик встал на точке. До этого клевал только белоглазка. Ребят, сейчас была поклевка, я подсек рыбку, но она сорвалась. И я вот вытащил вот все, что осталось от крючка. Крючок, в общем, сломался. Вот такая вот фигня. Меняем поводок. А, дождался я его, ребята. Ну что, друзья, вот он. Вот этот долгожданный бонус с нашей выбранной точки. Точка работает. На прикормку пришла крупная рыба, надеюсь, не последняя. Такой неплохой подлещик, грамм 600-700. Что, будем продолжать кормить? Время еще есть, надеюсь, он там не один стоял на точке, мелочь разогнал. Так что продолжаем. Ну что, друзья, наша сегодняшняя рыбалка подходит к концу. Сегодня эхолот Дибер Сонара Pro Plus показал нам отличную точку для сегодняшней рыбалки, где мы смогли сконцентрировать всю рыбу. А для тех, кто не в курсе, рыболовный клуб «Диппер» сейчас проводит конкурс, где разыгрывается 100 призов. 45 эхолотов «Диппер», 20 спиннинговых катушек и 35 сертификатов на скидку от 30 до 50% на всю продукцию «Диппер». Условия конкурса довольно просты. Нужно подписаться на их канал и страницу в социальных сетях, сделать репост видео с конкурсом, заполнить анкету, и вы в конкурсе. Более подробно можно прочитать в описании или на странице у ребят. Призов достаточно много, так что выиграть будет довольно легко. А мы сейчас достанем садок и посмотрим, сколько мы сегодня смогли наловить рыбы. Ну что, друзья, настал момент истины. Достаем садок. Смотрим, сколько мы сегодня наловили.
такой скромный улов. Не знаю, сколько сейчас убежало, пока перекладывал. В основном белоглазки много. И вот он, один трофейный лещик. Такой небольшой. Отпустим, пусть плывет дальше. Латвички есть хорошие. Очень много белоглазки. Вот такие экземпляры. Вот латвичка. Тоже неплохая. Ну, в общем, как-то так. Отпускаем всю рыбу, чтобы поймать ее в следующий раз. Ну что, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.